Ребята, смотрите, какая красивая бабочка к нам прилетела. Я вот приближение сделал, поэтому отряхивает немножко. Красивая, да? Необычная. Еще трясется что-то. Что-то трясется. Мордаху ее не вижу только. Она с другой стороны у нее. Вон она какая. Кто знает, что это за бабочка, пишите в комментариях. Прилетела, села, сидит. Вспорхнет чуть-чуть, опять села, сидит. Нравится ей здесь у нас? Да? Нравится тебе, да, здесь у нас? Открыл бассейн в надежде, что все-таки вода прогреется и можно будет искупаться. Но вот вчера вечером, когда закрывал его, вода была теплая-теплая, как парное молоко. Вот вечером вчера можно было смело купаться. Она за день просто прогревается очень хорошо, вода. А вечером начинает отдавать свое тепло. Вот, и становится очень-очень теплой. Так, песок, смотрите, в общем, песок, который я промыл из песочного фильтра. Я его частями, я его, видите, в тачку, короче, закидываю. Он просыхает, я его частями, вот тут у меня еще чуть-чуть в тазике осталось, высыпаю вот в эту емкость. И все. Сейчас он весь высохнет. Я его пересыплю. И будет хорошо, будет еще песочек для фильтра песочного. Разберу сейчас вот этот угол. Значит, плитку эту всю уберу под террасу. А все, что под террасой, тоже буду разбирать, перебирать. Что-то уйдет в шкафчики, например, лопаты. Вон они у меня, грабли стоят. В шкафчики уберу. Что-то вообще повыкидываю. В общем... Хочу сегодня паркохозяйственный день устроить. Буду прибираться. Ну что ты, подруга, лети давай по своим делам. А? Не хочешь, полосатая? Хорошо, что Синди спит. Она сейчас выбежала, быстренько бы тебя поймала и скушала. Еще мне, кстати, кран надо припаять. Вон труба торчит.